Здравствуйте все. Дошел слух, вообще много слухов ходит. Конкретно слух дошел на тему того, что Беларусь может подключиться к СВО. Ну или через нее могут подключиться некоторые силы к СВО. Какие силы конкретно? Боевые силы. Боевые. Военные. Беларусь. Давайте посмотрим. Карты, скажите, Беларусь подключится к СВО в ближайшие 5 месяцев? Долгий срок рассматривать не будем. Рассматриваем короткий срок. Беларусь СВО. Беларусь СВО рассматриваем. У нас все идет вот отсюда, из дома казенного. Либо это батька, либо это Кремль. Одно из двух. Я думаю, что это Кремль. Дом казенный. Дом не свой, то бишь. Чего еще выпадает? Пары, отношения в браке. Давайте так. Кто-то здесь заключил союз. Это явно, потому что брак – это всегда союз. Даже в отношении государств. Иногда государства себя проявляют даже лучше, чем супруг или супруга. Вот. Союз есть вот с этим. Товарищем, товарищами. Злой мужчина, богатая подруга. Мужчина злой какой-то. Женщина навряд ли. Скорее всего, здесь мужчина имеет место быть. Удача в личной жизни. Пока что обращено все внутрь. Внутрь страны. Пока не вижу. Пока нет, по крайней мере, пока. Послание, утешение печали. Пока нет. Путешествие. Оно в пределах делается вот какого-то определенного маршрута. Оно не выходит за рамки маршрута. Пока, по крайней мере. За рамки маршрута не выходит. Здесь не 5 месяцев, здесь 2. 2 месяца. 2-2,5 месяца. Приблизительно. Приблизительно, опять же. Вот это вот я говорю. Дальше пока я не рассматриваю. Расставание с близким. Предательство, обман ближнего. А вот здесь может быть расторжение договора. Но как? Нижнего договора расторжения. Каким образом, я не знаю. Сейчас. Такое ощущение, что отказ. Я не вижу, чтобы вступление было. Вот наоборот идет отказ. Оно как-то вокруг да около делается, а потом отказ. В отказ идем. Мы в отказ. Еще разок. Мужчина какой-то выпадает еще. Не знаю, кто это такой. Мать, какой-то мужчина. Может, он какой-то наместник? Наместник какой-нибудь, царедворец в Беларуси. У него дорога любовная. Он ездит сюда. Ездит сюда, как к себе домой, какой-то мужчина. Думаю, посланник какой-то, скорее всего. А, да, это посланник какой-то. Вот посланник какой-то есть. Кто это, не знаю. Но это посланник, он с посланием ездит. Когда надо будет проявить себя, он, скорее всего, опять поедет, но будет отказ. Вступление в СВО. Я не вижу, чтобы... Здесь карта Лукашенко не проигрывается. Здесь проигрывается казенный дом, но почему-то я не вижу, чтобы Беларусь вступала куда-либо. Через ее границы, возможно, но она сама... Я не вижу. Какой-то отказ идет, и все, просто отказ.
Это в будущем отказ. Ложный друг, обманщик. Но я еще раз говорю, здесь оно как будто идет в отказ. Вот в отказ рогами уперлись и все, в отказ. Удачное начинание. Не вижу, чтобы подключалась Беларусь. Процент очень маленький, очень. Неприятная встреча. Встреча с незнакомцем повлияет на будущее. У границ где-то, возможно, что-то и случится, но я не вижу, чтобы Беларусь что-то там вот куда-то именно вот прям... Прям вот... Не вижу, не проигрывается у меня это. У меня наоборот проигрывается, что в отказ пойдут. Ну еще раз, Беларусь СВО. Беларусь СВО, приграничные территории, еще разок. Нет. Беларусь СВО, приграничные территории, приграничья. Карта рабочая выпадает. Нет, тут больше спонсирование идет пока. Нет, я не вижу. Спонсирует больше Беларусь. Пока не вижу ничего. Связь с влиятельным человеком. Идет человек из казенного дома. Нет, здесь не проигрывается СВО вообще. Не вижу. Счастье в семье. Беседа о чужих делах. Я не вижу, нет. Здесь совсем по-другому проигрывается Беларусь. Нет, я не вижу, чтобы она вступала куда-то. Говорить да, вступать нет. Я этого не вижу. Более того, я вижу, как-то вот отворот-поворот идет. Покровитель. Ну, есть покровитель. Ясно дело. Неудачная встреча. Нет, я вижу здесь наоборот, карты показывают на то, что вероятность крайне мала. Крайне мала. Не вижу. Оно у границ как-то вот больше все. Крутится, вертится, а дальше никак. Не вижу. Отказ может идти в участие в СВО, это у нас конец лета. Конец лета, осень, отказ. Сейчас пока вот как будто спонсирование есть, покровитель есть, все вроде более-менее. Денежка капает. Лукашенко. А так, я не вижу. Встреча с плохим человеком. Любовное признание письмом. Не вижу. Нет карты драки. Я карты драки самой не вижу. Вот так у меня проигрывается. Нет, карты не проигрывают, что Беларусь там в СВО будет или как-то так. Нет, я этого не вижу. Все. Карты говорят нет. Более того, говорят, что будет отворот-поворот. Приблизительно в конце лета где-то. Отворот-поворот какой-то я вижу. Вот так. Спасибо, что смотрели. Всем удачи. До скорых встреч.